Трамп передумал обзываться и назвал отношения с Ким Чен Ыном «хорошими». Президент США Дональд Трамп назвал хорошими его отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом он заявил во время выступления в Элкхарте, штат Индиана, передает CNN. «Я встречусь с Ким Чен Ыном, чтобы обеспечить будущий мир и процветание, и отношения хороши», — сказал он. 12 марта стало известно, что Трамп встретится с Кимом в Сингапуре 12 июня. Слухи о вероятном месте встречи лидеров США и Северной Кореи ранее появлялись неоднократно. Помимо города-государства, в частности, назывались Монголия и деревня Пханмунджон в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. В сентябре 2017 года Трамп пообещал разобраться с Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал «коротышкой с ракетой». В ответ Северная Корея пригрозила нанести невообразимый удар по американской территории. Новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.